Всем доброго времени суток. С вами канал Art Mania. И сегодня у нас день 5-й, наверное, что ли. Я даже запуталась. Нашего отдыха на даче. Да, у нас холодно. Похолодало. Мы все в кофточках ходим. Нарядные зимочкой. Дим, покажи, как на мячик ты садишься. Дим. А, Дим? Дима сейчас на мячик садился. Не успела заснять. Пока камера включалась. Ты на машинку садишься? Не надо на машинку. Ты ее раздавишь. Да. Что у тебя? Яблоко, да. Яблочко у тебя. Ой, и что у тебя такое, сына? И что это такое у тебя? Что тебе баба дала? Что тебе дала бабушка? Бабочка. Ой, какая игрушка интересная. А? Интересная игрушка. Что это такое у тебя, сына? Это провода, да? А для чего они? Мы сейчас разгребаем гараж, так как участок второй продали. Остался у нас только вот этот. Дача у нас с двумя участками. Дима, не лази туда. Сейчас тебя там цапнет кто-нибудь. Ты куда опять пошел? Ты куда пошел опять? Сейчас ты тут шлепнешься у меня. А кто тут лук повыдирал? Это бабуля, что ли, тут лук? Батюшки, сел, смотри, мам, сел. Да, он садился уже там. Да? У него тут новые какие. У него тут зажимов полно. А я думаю, кто там кричит? А тут вот кто-то поселился. Кто-то там поселился. Шмель. Там шмелька собирает себе пыльцу. Ой, еще один. Ой, какой красивый шмель. Молодой, пушистый, полосатый. Как собирает аккуратно. Дима, здесь кто? Пчелка прилетела. Со шмелем сейчас они будут вместе собирать. Да. Ой. Увидели друг друга. Сдаются. А, по очереди, с двух сторон собирают. Сейчас подцепится. Какая пчелка. Какая пчелка. Травка. Травка. Выдирай траву, выдирай. Вот трава. Выдирай ее. Бери, травка. Ну, травка. Вот, давай, молодец. Помогай по даче, помогай. Дима, помогай травку. Да, вот так. Вот так вот. Молодец. Не упади. Вот. Помощник. А-а. Это тебе чуарка, что ли, была такая? Помощник какой. Помощник. Ой. Ай-яй-яй, сына. Не трогай их, они растут там. Это наши ромашечки. Дима.
Ну ты зачем ее выдрал? Ты зачем ее отодрал? Не надо, ее нельзя трогать, сына. Нельзя ее трогать. Давай ее посадим обратно. Ее обратно надо посадить, бедная. Вот она у нас. С корешками прям выдернула. Разгребали гараж. Нашла такую штучку. На самом деле очень люблю такие штучки, которые как пилочка для ногтей, которой можно что-то пошуршать. Очень люблю инструменты. Вот. И нашла такую вот штучку. Она похожа на секатор немножечко. Хочу вот этой вот штучкой ее снять с нее ржавчину. Потому что вот я уже вот тут немножко сняла. Она гладенькая стала. Вот, я пробовала, она стрижет. Не знаю, ее, наверное, скорее всего, дедуля использовал, как отрезать проволоку, может быть. Вот, хочу ее наточить, попробовать. Вот. Ну, здесь, конечно, очень много ржавчины, она очень много-много лет лежала. Вот. Дедуле не 12 лет, ну, вот она, значит, где-то больше 12 лет лежала. Вот. В комментариях напишите, как это называется. Но я еще узнаю, как она называется. Вот, но я думаю, она классная. Я очень, очень люблю инструменты всякие. Вот. Потом покажу, что получилось из нее. Ну, вот это, конечно, она вся старая уже. Но вот тут вот она грязненькая. В принципе, ей получается натереть. Хотя бы если я ею натру, а потом вот видно, что я буду с ней делать. Ну, кстати, нет, это не деревянная, не металлическая. Такая вот какая-то. Так, скажи. Что ты делаешь там, Дима? Два предмета одинаковых находишь? Угу. Кто следующий у тебя? Клади их. Где еще два предмета одинаковых? Ага. Скрепка. Или как ее там? Зажим, да? Зажим. А где второй зажим у тебя, Дим? Вот он, молодец. Два зажима у тебя. Одинаковых почти.